Всем добрый день, добрый вечер, доброго времени суток. Меня зовут Алексей. Этот ролик я снимаю специально для моих друзей и клиентов для контакта. Большое вам спасибо за поздравления. Сегодня 22 сентября, мне исполнилось 30 лет. Для меня это существенно важная дата, потому что когда-то, сидя на школьной перемене, поедая творог, я готовился к первым своим соревнованиям, и я сказал, что в 30 лет я стану мистером Олимпия. Но мистером Олимпии я не стал, но, как мне кажется, я смог себя найти. Последний ролик почему-то оказался очень популярный. Я не думал, что моя эмоциональность и искренность немножко жесткая будет так воспринято вами. Наверное, по количеству обратной связи это, наверное, самый такой значимый ролик за год. Хочется подвести небольшой итог и поблагодарить вас, потому что я знаю, что вы пишете поздравления. Спасибо вам большое. Мне очень приятно работать для вас и очень приятно слышать вашу обратную связь. Это для меня очень важно. За этот год, мне сегодня 30 лет исполняется. Представьте, что вы со мной. Я, кстати, вышел только из душа, поэтому такая неформальная обстановка, да? Просили неформально, куда ж неформальней. За этот год получилось сделать очень многое. Я люблю подводить итоги года в конце, так сказать, в день рождения. Получилось закончить переподготовку в Институте психоанализа, аж целых два курса по профессии, которая дает право работать в этой профессии, да, психологическое консультирование с государственной аттестацией и когнитивно-аналитическая психотерапия. В этом году я закончил сразу оба курса. Так получилось, что они прям совпали. Сначала закончился один, затем закончился через полгода другой. Очень удобно. Что было главное сделано? Я познакомился с замечательными людьми. Я съездил в Петербург к Дмитрию Викторовичу и в свою первую конференцию официальную, да, получилось выступить и пообсуждать проблемного пациента, за что Дмитрию Викторовичу большое спасибо за приглашение. Получилось еще раз четко определиться с целями, получилось сделать новый сайт. Это, наверное, одно из главных технических решений. В этом сайте мы сейчас работаем над интеграцией новых сервисов. Мы постоянно придумываем новые удобные для вас сервисы и оплату онлайн, и дистанционные занятия. Впереди на ближайший год куча идей, которые распланированы по срокам, распланированы по обязанностям, по времени. Мы будем снимать, я продолжу снимать видеоролики. Будут видеоконференции, будут новые услуги. Самое главное, что с января начинается новый курс шестимесячный. О нем вы можете прочитать ниже. Я благодаря вот этим последним трем годам активной работы, а работаю я 6 дней в неделю по 7 часов в день с клиентами, 3 года подряд такого опыта дало мне достаточно четкое понимание, что не хватает людям в тревожно-фобическом расстройстве, помимо когнитивной и аналитической терапии. И все это получается объединить в такую единую систему, где нельзя не делать, где нельзя схалтурить, где мы работаем на результат. Соответственно, все это вы увидите в ближайших групповых, в ближайших анонсах. Я работаю сейчас над этой программой. Программа очень плотная, очень интересная. Еще раз вам спасибо за поздравления. Я доволен тем годом с 29 до 30, как этот год был насыщен. Получилось сделать очень много и по учебе, и персонально, и с клиентами. Почти 900 контактов в Скайпе, если посмотрите, это мои клиенты. И это очень радует меня. Спасибо вам всем большое, что вы в меня верите, что вы со мной. Спасибо всем, кто меня критикует. Мне это очень важно.
Значит, я не просто так все это делаю. Хочется передать благодарность определенным людям, это моим родственникам, моим близким, кто поддерживает меня в том, что я делаю, людям, которые ожидают консультирования, за их терпение, за их выдержку. Спасибо вам большое. Спасибо за тем, кто пишет мне отзывы, обратную связь. Для меня это очень важно. Спасибо. К сожалению, не могу ответить каждому, потому что вас очень много, поэтому решил снять такой видеоролик. Я приложу все силы для того, чтобы быть максимально эффективным, максимально полезным в этом году в своей жизни. И поверьте, я делаю все, что от меня зависящее, 6 дней в неделю для того, чтобы популяризировать психотерапию в наших странах и предоставить вам качественную и доступную услугу. И это только начало. То, что вы видите сейчас в моей деятельности, это только начало того, что я буду делать дальше в этой профессии. Спасибо вам еще раз за поздравления. Ваш Алексей Красиков. До встречи. Скоро будет много интересных тем и по депрессии, и по коучингу, и по тренерской работе, и по неврозам, и по внутренним конфликтам. Все вы скоро увидите. Ну и представлю вам новую свою интегративную такую модельку с тренингом и с коучингом. До встречи. Спасибо еще раз вам всем за поздравления. Пока.